Александр, вот скажи, пожалуйста, какой самый лучший рецепт хорошей пятницы? Это коньяк Асканелли, это хорошая компания, и это, конечно, красивая песня, душевная. Отлично. В окно смотрит луна, наверное, знает она, отчего так мучаю кошмары. Опять слышу я сухой треск огня. Жена кричит, моя год назад сгоревшая в кровати. Внизу мой сосед, его слышен бред. Там в подвале потухший свет стал причиной очень страшной смерти. Уже сержены отомстит, а нечестный лютый Бог простит. Ревность — это беда, а измена. Спасибо, друзья.